Приветули, красотули, лапули. У нас новый влог. И начать я его хочу с некоторых ваших вопросов. Особенно по поводу новой консоли. Слишком ли она маркая? Царапается ли она? Так вот, пока царапин я не замечаю. Хотя у меня стоит ноутбук, я тут постоянно что-то у меня елозит. И косметика лежит регулярно. Так вот, не царапается. Пока я ни одной царапинки на ней не увидела. То есть я могу двигать ноутбук, все как бы прям зеркальная поверхность не тронутая. Все как бы хорошо. И второй вопрос по поводу марка или она. Как любое зеркало, на ней остаются отпечатки. Ну, девчули, если вы протираете пыль раз в день или хотя бы раз в два дня, в любом случае зеркальную консоль нужно протирать при помощи средства и тряпки для зеркал. Я не вижу никакой проблемы делать это раз в, ну, там, хотя бы раз в два дня. Она протирается так же легко, как и обычное зеркало, обычная тряпочка, обычное средство. Также у меня же еще зеркальный вот этот вот бокс, он такой же, как консоль. И скажу вам так, на нем тоже есть пятна, особенно когда я там за него берусь, там открываю или там двигаю его. Но для меня тоже нет проблемы его протереть тогда же, когда я и вытираю пыль с консоли. Поэтому, если вы задумываетесь, вот если у вас даже есть маленькие дети, все равно вы проводите уборку. Пожалуйста, вечером можете спокойненько протереть свою красавицу, если она у вас появится, и она дальше будет радовать ваш глаз. Очень удобная штука, очень красивая, очень стильная, можно ее декорировать так, как нравится, и вообще будет прям прекрасно. Я безумно ей довольна, я прям влюблена в нее, она очень хорошо сделана. И напоминаю, что на сайте Loredoot у меня есть промокод, который дает 26% скидки. Я вам опять ссылку на нее оставлю. Задумайтесь. Тем более, что на нее такая большая скидка, и вообще она сейчас у них на скидке, плюс дополнительная скидка. Консоль стоит 38 тысяч. Эта консоль вышла просто супер бюджетно. Маленькая тумбочка. Мне недавно Алла Погодаева прислала ссылку на тумбочки. Я хочу поменять здесь кровать и тумбочки. Зеркальная обычная тумбочка стоит дороже, чем эта консоль. Самая бюджетная тумбочка. Поэтому пока есть скидка на Loredoot, я вам очень рекомендую ее заказать, пока она есть в наличии. Пришла она мне где-то за 3 недели. И как видите, я провода-то убрала. Видите, все. Все поставила, моя консоль стоит. Одна и вторая. Консоль игровая и консоль косметическая. Класс. И, кстати, свои вот эти вот прикроватные столики я поставила в этот угол. Батарею открыла, чтобы тепло шло. Сейчас сюда буду сушилку ставить. И вот мой окончательный, как бы, выбор аксессуаров. Осталось только заказать фотографии. Наверное, завтра этим займусь. Завтра понедельник, все будет открыто. И сделаю какие-нибудь сюда 2 красивые фотографии. А по поводу кровати, девочки, это самое кошмарное решение в моей жизни, которое я приняла из-за вот этого тонкого каркаса. Кровать не имеет подъемного механизма. Это вообще кошмар. Особенно в нашей квартире. У нас нет шкафа. И, слава богу, мой интерьер не привязан к шкафу. Так вот, да, хранение в изголовье – это круто, но, с другой стороны, это просто дичайшая жесть, особенно в этом цвете, потому что постоянно пыль. И ее очень хорошо видно. Если ты один раз дома не убрал, все, это просто трындец. И вот эти тумбочки, они жутко неудобные, кошмарные тумбы. И при первой же возможности я поменяю эту кровать. Я хочу себе другую кровать, но в Геленджике мне никто изготовить то, что я хочу, не может. А хочу я, чтобы вы понимали, вот такую кровать с очень широкими бортами и каретку. И даже не смущает меня то, что она будет тканевая. Ничего страшного, я найду способ ее чистить. Мне нужно, чтобы были очень-очень широкие борта вокруг кровати. Изголовье может быть тонким, но сами борта, они должны быть вот такие широкие, где-то 15 сантиметров. Точно. Ну, вы представляете, в Геленджике никто это изготовить не может. Они мне все предлагают либо вот такое вот тонкое, либо максимум 6 сантиметров, который меня тоже как бы не успокоит. А в этой кровати, знаете, какой косяк? Если бы, может быть, матрас был чуть повыше, хотя бы сантиметров еще на 10, я бы еще, может, смирилась. Но когда я сажусь на эту кровать, моя нога, кожа попадает между матрасом и вот этой тонкой планкой. У меня все ноги в кровоподтеках, в таких синячищах сзади, как будто меня просто розгами били. Поэтому, скорее бы от нее избавиться. А еще, девчули, я тут делов натворила.
Поскольку на балконе я провожу огромное количество времени, пока у меня тут висит белье, я только начала стирку, я светодиодную ленту, которая у меня была в Софрино, покупала ее в Леруа Мерлен, 5 метров. У меня теперь, смотрите, по всему периметру балкона у меня эта лента. Видали, видали? Ну и, конечно же, мои любимые ящики тоже здесь. Так вот, теперь на балконе светло так, посмотрите, как светло, что мне не нужен дополнительный свет. Вот сюда я хотела сюда лампу всадить, но я этого делать не буду. Вот так. Слушайте, светодиодная лента решает вообще. И теперь снимать видосы на балконе вообще без проблем, потому что, ну, как бы, хорошее освещение. Можно еще, конечно, кольцо сюда поставить, если снимать какие-то косметические видео вечером. Но так, мне все нравится. И на самом деле, девчули, у меня начался отпуск. Лично у меня, потому что уехал мой муж. Вчера он уже приехал домой, и я без него уже 2 дня. Мне не нужно ничего делать, ничего готовить. У нас завтра с этим Гавриком, он раскопал мне все кресло. У нас с ним завтра операция. Завтра утречком мы с ним покушаем 1 раз, и все, девочки. Мне его завтра надо еще помыть перед операцией, потому что после нее, ну, нельзя будет намыться. Да, нельзя будет, пока еще вы нам не снимать, нельзя будет мыться. Ну, запрыгивай. Давай. Давай. И мы с говнюшей будем 2 недели лечить наши шрамы. Да? Шрамы будем лечить с тобой. Да, мой цветочек. Он так скучает за Шуриком. Вы не представляете. Он спит на его подушке. Он все время смотрит то на дверь, то в окно. Невозможно. Да, ну, невозможно. Бедный так страдает. А когда по телефону с ним разговаривает, по видеосвязи, девочки, вы бы видели. Когда особенно, скажи, я слышу его голос. Кошмар. А потом лежит и плачет. Да, плачет. А что у тебя за колотун? Дома жара. Что ты психуешь? Что такое? Мася, я же все вижу. Девочки, один группа поддержки. Второй тут вот, видите, мордаха. Божечки, у нас через полчаса операция. Мы в говнюшечко пойдем к Рэму, да? Рэм тебя ждет. Очень. Сделаем УЗИ. Сделаем УЗИ сердца, а ему сделают кардиограмму, все сделают, подготовят его сегодня к операции. У меня вы спрашивали многие, кто, ну, что мы делали, да, перед операцией, что мы делали. Мы сдавали анализы, мы смотрели все показатели, чтобы не было никаких проблем со здоровьем. Вот. И он развалился. Нормально у тебя все? Вот. И у нас эти сутки будут очень-очень-очень сложными. Да. Очень. Я с тобой буду. С тобой, мой сынок. С тобой, да. Вообще. Муж мой там просто вообще... Я даже не представляю, как он переживает, потому что он для него главный вообще в семье. Девочки, он его так любит, что один, что второй. Мне даже свекровь удивляется, какая у них взаимная любовь. На первый раз видит такое отношение собаки и человека. Они всегда вместе. Всегда. Скажи, я ждун. А еще нам сегодня заодно, ну, чтобы не делать 2 наркоза, я уже, по-моему, говорила, мы будем еще и зубы чистить сегодня. Да? Ты зубы будешь чистить? Не оттекаешь? Все, зубы не будем чистить? Будем, мать. Дай 5. Молодец. Послушный пес. Ну так человеческий доктор. Все, мы уже пришли. Видите? Понимаете? Пришли. А он так боится. Смотрите, колотун. Так колотится сердце. Да, ну, у меня так жизнь получается, что я сам себя лечу. Ветеринарный врач, лечу человека. Так его колотит. Вот у меня как-то так. Мася, все будет хорошо, чего ты? Да. Нам сделали премедикацию, все, мы сейчас будем засыпать. Пакетик на всякий случай. Он только сейчас расслабленный, спокойный уже. Ой, все, да, уже засыпать начинаю. Так, все, оставила собаку свою дорогую. Сейчас со вторым пойду на прогулку. Короче, сделали нам УЗИ. У нас не так все плохо с простатой, как нам сказал тот врач. Но кастрировать все равно надо было бы через 2 года точно. У него все равно там какие-то изменения есть. И у нас в мочевом 2 камня, а не 1. Тот камень не подрос за то время, пока вот мы сюда доезжали, да, ждали это все. И
Мы сделали УЗИ сердца. У нас там какой-то второй клапан. Что-то пропускать прям видно было. Короче, нам пропишут еще сердечные таблетки до конца жизни, чтобы он был в хорошем состоянии у нас. У Гучи с сердцем тьфу-тьфу, идеально все. Да, скажи, я идеальный. Но что делать, Масяня у нас, видите, мы ж не знаем, от кого он родился. Может быть, ну, как говорит Рэм, у него очень много генетических таких вот несостыковок, когда часто бывает, что скрещивают там мама с сыном, брат с сестрой, и вот получаются такие щенки, у которых проблемы и с суставами, и с внутренними органами, и вообще. Вот, то, что Мася у нас немножко крокодил, но мы как бы это знали. Ну, а что делать? Будем лечить. Девочки, вот это вот было два камня, вот один, а этот раскрошился на маленькие кусочки. Вот такой камень, такие камни очень острые были в мочевом пузыре у Маси. Это кабздец, он прям такой кошмар. Решила не снимать вам, как он отходил от наркоза, он уже отошел. Лежит, уже меня видит. Так он меня не видел, конечно. Но это лежит нормально. Попил водички. Сегодня мы ничего не едим. Не пойдем ни на какие прогулки. Он у меня там, во-первых, на пеленке лежит. Я купила пеленки, девочки. И зрелище не для слабонервных. Там у него, ну, в общем-то, не буду раздвигать ноги показывать, но у него там шрамы. Во-первых, шрам... Ему почистили полностью весь мочевой пузырь. Было два камня. И чеканули яички. И зубки нам почистили. И вот он у меня такая королева. Будет спать сегодня в своей лежанке, но не на кровати. Девочки, я буду этот матрас вот сюда передвигать. Снимать его. И мы будем спать на полу, потому что... Ну, потому что я боюсь, что он спрыгнет. И ему пока прыгать нельзя. Ты переживаешь за Масю. Он так его ждал, так скучал. Его все пытается возле него лечь. И у него не получается, потому что я ему не даю ложиться. Девчули, мы сегодня спали вот так. Видите, я сняла матрас. Мы спали на полу вот так с ним. Нам вот так было удобно. Он уходил на пол. Его немножко колбасило. Температурил, потом не температурил. Ну, вот так со мной. Сходили, погуляли. А вот этот товарищ себя очень плохо ведет. Очень плохо. Он уже Масю не жалеет. Он просто требует к себе внимания. И даю я это внимание всем. И ему, и этому тоже. Так, Максюша уже лучше. Мы же сами ходим на улицу. Без пеленок, без ничего. И спит сейчас, слава богу. Не тянет за мной руку. Я ж давно хотела вам показать. Ждала, пока у меня закончатся все дни, чтобы я могла это сделать. Смотрите, у Арали вышла... Очень классная штука. Это набор для депиляции именно сахарной пасты. У меня заканчивается вот такая тропическая, тропикал средней плотности. Я люблю эпилировать, например, ноги все. Но также я вам не раз показывала, у них есть дочернее предприятие, которое называется Star Apple. Это тоже Аравия, только чуть-чуть побюджетней. Но я не могу сказать, что Star Apple это паста хуже, чем их, как бы, Аравия, которая подороже. По мне, так одинаково все прекрасно работает. Смотрите, что я нашла на Ламоде. Вот такой набор. То есть, если вы не знаете, с чего начать, что купить, я вам очень рекомендую заказать прям набор. В этом наборе есть все. Это набор для домашнего спа-шугаринга. Я знаю, что это полезная очень информация, потому что девчонки многие мне пишут, с чего начать, как, чего. Я всегда отправляю на свое видео, обязательно где-нибудь здесь оставлю. Шугаринг дома легко. И здесь есть все. Помимо продукции, здесь лежит еще и, девочки, видеокурс. Там переходишь по QR-коду и... Можешь посмотреть именно видеокурс мастеров, которые покажут, как правильно делать шугаринг во всех подробностях. И расскажут про каждое средство, и для чего оно, как, и кому подходит, кому не подходит. Так что, девчули, покажу вам сейчас на наполнение набора. Я как раз собираюсь сделать себе эпиляцию. В этот набор входит, во-первых, две банки пасты разной плотности. Первая такая универсальная, она подходит абсолютно для всего, но кроме очень жестких волосков там, в зоне бикини. Также у нас есть плотная паста, которая как раз-таки подходит. И здесь миллилитраж, сколько, 200 грамм. Я вам сегодня покажу, как это делать. У них есть вот
такая сахарная паста в картридже. Картриджи очень удобны для тех, кто удаляет волосы на ногах. И не обязательно иметь воскоплав и разогреватель картриджей. Это все прекрасно делается спокойно в микроволновой печи. Также они в набор положили здесь салфетки нетканные, которыми легко срывать. Я люблю эту бандажную технику, просто обожаю. И скажу вам честно, все свое тело я эпилирую бандажной техникой. Мне так проще, быстрее, удобнее. И пусть расход пасты немного больше, но меня так больше устраивает. Также положили здесь палочки для того, чтобы набирать пасту. Лежит также перед депиляцией лосьон. Лосьоном пользоваться обязательно. Обязательно. Также у нас лежит здесь маленькая вот такая бутылочка с тальком. Но этого талька, девочки, хватит раз на 20. Однозначно. И они положили еще молочко увлажняющее, вот такое, для того, чтобы завершить процедуру эпиляции. Это молочко с экстрактом белого лотоса и протеином шелка. И я себе заказала также от Star Apple большую уже бутылку, вот такую, без отдушек и добавок. Обожаю без отдушек. Не берите с ментолом, иначе там будет капец. И также я себе заказала по прекрасной цене две банки плотной пасты. Этот набор бюджетнее всего брать на сайте La Mode. Я вам ссылку обязательно оставлю. Ну и La Mode все пока доверяют, слава богу. Ну а сейчас пошли. Покажу вам. Специально отращивала волосы на ногах, чтобы показать вам, как это действует. Поскольку у нас здесь маленький объем, очень маленький, нужно снять защитную пленочку отсюда. Здесь у нас находится ролик, вот здесь ролик, при помощи которого наносится вот эта паста. И вот этот картридж я ставлю в микроволновку, девочки, на 10 секунд. Просто вот так кладем, можно поставить вот так. И 10 секунд. После 10 секунд можно видеть, паста стала более жидкая. Я специально отрастила такие длинные волосы, чтобы продемонстрировать вам весь эффект. Для начала нужно взять лосьон и обработать кожу перед депиляцией. Распределяю полностью по всему периметру. Далее я беру тальк и наношу его на ватный диск. Кому-то может быть удобно наносить сразу на кожу. Вы можете делать так, как вам удобно. Далее я беру картридж и против роста волос начинаю наносить пасту медленно, чтобы паста успела распределиться. Можно промазать несколько раз, если где-то пасты не хватает. Далее беру бандаж, салфетку. Прикладываю, разглаживаю и резким движением по росту волос я срываю. Вы только гляньте! И, кстати, расход пасты таким образом намного меньше, чем брать пасту из банки. И вот в месте депиляции ни одного волосочка нет. Здесь много, а здесь ни одного.